Варушка, третья серия. Кто похитил внучку полковника? В этот раз майору Супруну пришлось расследовать внезапное исчезновение внучки его руководителя Олега Федоровича. Кому было выгодно похищение маленькой Насти? Возможно, к этому были причастны враги полковника. Волнующих вопросов было больше, чем ответов. Подчиненный Супруна внезапно обмолвился о ясновидящей Кате, которая недавно помогла раскрыть убийство родной сестры. В третьей серии детективного сериала Олег Федорович приказал Михаилу привлечь женщину к розыску девочки. Однако следователь не слишком обрадовался такому известию, он все еще скептически относился к умениям новоиспеченной напарницы. Время шло, но дело стояло на месте, а вот каждая минута стоила жизни девочки. Вдруг видения Кати стали все более ясными, что увидела провидица. И помогли ли ее мистические способности найти маленькую Настю живой?